Командир снайперской роты лейтенант Сикерин, неутомимый воспитатель молодых фронтовиков. Сам отличный стрелок, истребивший 76 немцев, он учит бойцов всем тонкостям снайперского дела. Лейтенант Сикерин – бывалый солдат, участник трех войн. В прошлую мировую войну он награжден тремя Георгиями. С первых дней Отечественной войны Сикерин на фронте. Славный русский воин, за доблесть и геройство награжден тремя боевыми орденами и медалью за отвагу. Крепко уважает бойцы своего командира, любит за веселую шутку, ценит за воинский опыт. В часы затишья на батарее любят послушать Бориса Ивановича Шахобуденова. Он тоже участник трех войн. В гражданскую войну ему довелось сражаться под командой самого Чапаева. В 1918 год. В центре фотографии Василий Иванович Чапаев. Слева ординарец Петька, а справа 20-летний Борис Шахобуденов. Сегодня, как и 25 лет назад, стойко, по-чапаевски защищает родину ветеран-красногвардеец, ныне сержант-минометчик Шахобуденов. Разведчики Энской гвардейской части, проникнув в тыл немцам, передают по радио свои наблюдения полевой радиостанции, укрытой в густой ржи недалеко от переднего края. Командир разведгруппы товарищ Лебедев для проверки дублирует свое донесение шифровкой. Ее доставит в часть связная овчарка Джуль. По данным разведки, намечено место прорыва. Отвлекая внимание врага, открыли огонь минометчики. Вперед саперы старшего сержанта Пилипейко. Им приказано разминировать подступы к немецкой оборонительной полосе. Путь пехоте расчищен. Под огнем противника гвардейцы форсируют реку. Передовые группы достигли берега. Впереди занятая немцами деревня У.
бойцы ворвались в деревню. Вражеский гарнизон истреблен, часть его взята в плен.